В турнире приняли участие 6 команд из Архангельской, Кировской областей и Республики Коми. Серьезный подход 16-летних спортсменок к волейболу был виден уже в первом матче. Команды боролись за каждый мяч. Самой волнующей стала последняя игра между сборными Котласа и Усть-Кулома. Счет 2-0 в пользу гостей. По итогам турнира Кубок Котласа достался сборной Сыктывкара. Второе место у волейболисток из поселка Усть-Кулом, Республика Коми. Ну а бронзу взяли спортсменки из Североонежска. Несмотря на то, что котласским спортсменкам не удалось попасть в тройку лидеров, волейболистка нашей сборной Дарья Разумовская была отмечена как один из лучших игроков турнира.